Чем быстрее ритм нашей жизни, тем меньше времени мы уделяем своим внутренним ощущениям. Сегодня важно понимать свои и чужие переживания. Именно этому посвящены занятия нового клуба «Мастерская эмоций», открытого в Центральной библиотеке. Вводное занятие посетили около 20 человек. Пришли и дети вместе с родителями, и сами работники библиотеки. Мы сейчас испытываем какую-то радость. Я, допустим, сейчас испытываю волнение очень большое, потому что я не медийный такой человек. Павел Гныря, руководитель клуба, занимается темой эмоционального интеллекта уже 1,5 года. Регулярно проходит тематические курсы и работает с детьми. За время преподавания он часто сталкивался с непониманием этой темы среди взрослых, поэтому решил проводить отдельные уроки и для них, совершенно бесплатно. Сейчас очень важно спрашивать ребенка. Если у ребенка не задают вопрос, а просто вот ему нравится идти в футбол, папа говорит, да? Мама говорит, ему нравится идти это, рисовать, а ребенку нравится вязать, мальчику, допустим, ну, к примеру, да, а это не принимают родители. И вот важно именно понимать ребенка здесь. На вводном занятии участникам предстояло выполнить несколько заданий. Считать эмоции людей на картинках по выражению лиц или угадать настроение по обстановке вокруг. Самым интересным стал видеодиктант. Дети и взрослые должны были описать эмоции персонажей мультфильма и объяснить причину их поведения. Понимание своих и чужих эмоций – ключ к успеху во всех сферах жизни, от работы до счастливых отношений. Так решили участники вводного занятия. Я узнал то, что насколько важны нам навык укадывать будущее, потому что взрослой жизни это будет жизненно необходимо предугадывать, что из какой-то ситуации, что может дальше произойти. Например, если на тебя разозлился босс, тебя могут уволить. Нужно обязательно никогда не кричать, никогда не обзывать, спокойно разговаривать, что-то ему не нравится. Давай разберемся с тобой. То есть давать ему возможность с тобой общаться. Так будет меньше конфликтов. Будет меньше конфликтов, больше радости. И тогда ты сможешь даже стать богачом, успеть достичь всех своих целей и так далее. Занятия клуба будут разделены на две группы. Детей «Мастерская эмоций» ждет каждый вторник в 17:00. Для них будут проводиться сюжетно-ролевые игры. Ближайшая посвящена поведению в библиотеке. Уроки для родителей будут проходить раз в 2 недели, по пятницам в 18:30. Александра Стельрова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.